Увидишь Альвик, поцелуй ее за меня. Что за вздор? Даже если бы я хотел погубить тебя и уплыть один, Харальд не позволил бы. Мне пришлось бы тебя спасать, и мы все были бы обречены. Нельзя дать ему обвинить тебя перед собранием. Ни один вождь не возьмет тебя с собой. Мои родители не должны голодать из-за лжи Бьорна. Я поговорю с женщинами. Может, они нас поддержат. Брат, разве мы когда-то были братьями? Мы оба нарушили их задолго до моего изгнания. Может, ты и забыл, но моя память за годы одиночества лишь крепла. В чем подвох? Его просто взять или... Мне нужен мед для одного снадобья. Храни тебя, Бог. Я много лет готовил различные припарки для жителей Кентербери. Девичья пижма и мед. Они полезны для горла. Пыль с реликвией лечит многие недуги. Вас, саксов, так и тянет пасть на колени. Потому из вас и выходят славные пленники. Я думал, он справится о тебе. Но прошло больше 5 месяцев, а от него все нет вестей. Возможно, он не так сильно беспокоится о тебе, как ты говорил. Ты в Йотунхеме, в земле великанов. Локи решил подшутить над тобой, человек. А, ты смел, но не трать время зря. Локи вечно строит козни. Верно, он хотел отвлечь меня, чтобы украсть что-нибудь. Спасибо. Странно, что они решили пойти за тобой. Кто ты? Ясно. Один знает, что я всегда забочусь о бродяжках. Послушай, милый, у каждого есть свое место. Даже у тебя. Иди за мной. Я знаю, что ты ищешь. Назови свою жертву, и, возможно, обретешь искомое. Ты пожертвовал возможностью сражаться бок о бок с Одином в Рагнарёк. Очередная жертва проделок Локи. Я понимаю, что ты недоволен, но мы не вправе подходить ни к норнам, ни к их пряже. Да, мощь этих зверей велика. Это Локи принес их сюда.